Слово «дилетант», на мой взгляд, нет ничего обидного. Оно происходит от итальянского «дилетто» – «наслаждение». Дилетант – это человек, который наслаждается. Наслаждается тем, что для многих – историков, культурологов, искусствоведов – профессия с массой неизбежных требований и критериев, которым нужно соответствовать. У дилетантов же полная свобода и в подборе фактов, и в их изложении. Никакого академизма с рассказом о вещах скучных, но обязательных. Интересно, задержались, нет, пошли дальше. Только так, мне кажется, и есть смысл путешествовать. Так что, поехали? Вот зрелище, которое греки видели испокон веков. Море, которое связывало их с внешним миром так же естественно, как бедуинов пустыня, а кочевников степь. И солнце, которое приносило им свет и тепло, которое заставляло землю плодоносить, а людей задумываться над смыслом своего бытия. Это Парос. Казалось бы, остров как остров, но на самом деле с древнейших времен это был остров сокровищ. Основная порода, если покопать в этих горах, – мрамор. Благороднейший белоснежный мрамор с мельчайшим зерном, из которого были изваяны самые восхитительные и знаменитые греческие статуи. Все, что вы здесь видите, это мрамор. Неважно, какого он цвета. Черный, желтый, коричневый. Эти цвета поверхностны. Возьмите молоток, откалите кусочек или поцарапайте, и обнаружится настоящий цвет. Здесь мрамор двух цветов – серый и белый. Я думаю, мы здесь ради белого мрамора, и особенно ради белого мрамора, который есть только на Паросе. Мы называем его лихнитис. Слово «лихнитис» происходит от слова «лихнос», что значит «свет». А вот... Димитрий Йоргарос знает все самые потаенные уголки Пароса не только потому, что он бывший полицейский. Он классический краевед, досконально изучивший историю родного острова. В том числе ему известна каменоломня, где мрамор добывался с VI века до нашей эры. Про лихнос, свет, он сказал не случайно. Не знаем, пригодится ли это кому-нибудь однажды, но вот как можно отличить паросский мрамор от любого другого. Пока вы сами не увидите это, вы не поверите. А вот вы берете такой камень, сюда помещаете источник света. Вот. Вот у вас кусок камня. Место должно быть темным, и... Вот, смотрите. Это как стекло. Вам кажется, что это стекло или какое-то желе. Но точно не камень, а это мрамор. И его толщина около 2 сантиметров. Можете найти потолще? Потолще? А вот потолще. Примерно 5 сантиметров. 4 сантиметра. Только понимаете, должно быть совсем темно. Сейчас мы выключим подсветку. У нас сейчас совсем слабый свет, всего лишь телефон. А толщина 4 сантиметра. Способность паросского мрамора пропускать свет позволяла делать из него статуи, которые казались живыми. Из такого мрамора была создана знаменитая Венера Милосская. А на самом Паросе из этого подручного материала делалось буквально все. В археологическом музее острова находится один из самых уникальных, хотя и не самых наглядных, мраморных экспонатов. И это не скульптура, а просто доска с полустершимися надписями. Однако это вообще один из самых ценных артефактов, доставшихся человечеству от античной Греции. Многие первые тексты древних народов были сводами законов. Греки же считали столь же необходимым для жизни и отдельных людей, и всего общества знание истории.
Это один из первых памятников письменности греческой цивилизации, так называемая «Паросская хроника». Здесь записаны для потомков важнейшие события, память о которых дошла до III века нашей эры. Поход семерых против Фив, взятие Трои, рассвет творчества Гесиода и Гомера. Здесь же можно прочесть о событиях, которые нам кажутся совсем другого рода. Например, мы узнаем, когда Минос, сын Зевса, воцарился на Крите, когда богиня Деметра появилась в Афинах и научила людей земледелию, когда Геракл вычистил Авгиевы конюшни и учредил Олимпийские игры. Для древних греков жизнь людей и жизнь бессмертных тесно переплетались, становились единой историей. Возможно, в чем-то они были и правы. В конце концов, до Шлимана Троянская война тоже считалась мифическим событием. Совсем рядом с археологическим музеем на Паросе находится христианский храм, который считается старейшей действующей церковью Греции. Это церковь Успения Святой Богородицы, которую чаще называют Стовратной. Считается, что в ней 99 дверей и окон, и по народному поверью, как только будет найдена тайная сотая, Константинополь будет возвращен Греции. Стовратная церковь на Паросе совершенно очевидно на 2-3 размера больше, чем нужно небольшому островку с населением 12 тысяч человек. Она вполне подошла бы для столичного собора небольшого государства. Соорудить столь монументальный храм могли только в героическую эпоху. Однако именно таким было время великого византийского императора и, кстати, выдающегося богослова Юстиниана. Именно по его приказу все это великолепие было построено на месте небольшой церквушки, в которой за 2 века до того молилась святая Елена, мать первого византийского императора Константина. Так что этот храм хранит память о жизни сразу 3 удивительных людей с удивительной судьбой. Во-первых, это сама Елена. Красавица-простолюдинка, прислуживавшая в трактире отца, была взята то ли в жены, то ли в любовницы римским патрицием. Она родила ему сына, прожила в его дворце 4/4 века, а потом была отвергнута ради дочери императора. Елена вместе с сыном вернулась в родную провинцию Вифинию на севере современной Турции. Там оказалась в окружении христиан и прониклась новой религией. Сын Елены, Константин, христианином не был. Ему после посещения священной рощи Аполлона вообще было видение бога солнца. Однако в 308 году Римская империя оказалась под властью 5 независимых правителей, конфликты между которыми вылились в череду войн. Однажды Константин молился, не очень понятно каким богам, о победе над врагами. И Господь явил ему на небе сияющее знамение креста с надписью «Сим победиши». Крест был наскоро начертан на знаменах войска, и вскоре Константин стал единоличным правителем Римской империи. Он не только немедля провозгласил свободу вероисповедания, но и всю жизнь стремился сделать христианство связующим элементом своей столь разнородной империи. Хотя сам Константин принял крещение лишь перед своей кончиной. А Елена, став матерью императора, отправилась, не откладывая, в Иерусалим на поиски христианских святынь и по пути сделала остановку на Паросе. Она сошла на берег, и в том месте, где мы находимся, стояла маленькая церквушка. Там Елена помолилась и дала обет, что если она найдет животворящий крест, то на этом месте построит большой храм. Как мы знаем, она нашла святой крест, но не исполнила свой обет, потому что спустя год она умерла. Но она возложила этот обет на своего сына Константина Великого. Константин не подвел свою мать и построил храм. Не такой огромный, как сейчас, без куполов, с деревянной крышей. Вот, например, эта колонна осталась от него. Расширил и надстроил собор уже император Юстиниан через 200 лет в VI веке. Великий строитель церквей Юстиниан считал Парос географическим центром греческого христианского мира. Он хотел соорудить здесь нечто величественное, достойное памяти равноапостольной императрицы. Создание храма было поручено архитектору Игнатию,
ученику знаменитого Исидора Милецкого, построившего собор Святой Софии в Константинополе. Завершив строительство, Игнатий позвал своего учителя на парус, чтобы тот оценил его творение. И, как говорят, здание было столь совершенным, что архитектор взревновал ученика и испугался, что тот затмит своего учителя. Поэтому он сказал, что якобы обнаружил архитектурную ошибку. Когда они вместе поднялись на леса, чтобы эту ошибку исправить, он попытался столкнуть ученика с высоты, убить его. Но ученик был настороже. Он успел ухватиться за рукав учителя, и они оба упали и разбились. По Ставратной церкви можно ходить часами, особенно в компании ее лучшего знатока. Здесь и колонны, оставшиеся еще с языческого храма IV века до нашей эры. И самый древний из полностью сохранившихся баптистериев. Ведь он был сооружен исключительно для крещения взрослых, которые по трем ступеням во имя Отца и Сына и Святого Духа спускались в крестообразную купель. Будь тем, кем ты хотел бы казаться, Сократ. Если Ставратная церковь находится с парадной стороны острова, там, куда приходят паромы с туристами, то с противоположной, северной стороны, существует совершенно особое для нас место. Один из важнейших эпизодов истории Кикладских островов напрямую связан с Россией. Об этом сейчас редко вспоминают, но в 70-е годы XVIII века при Екатерине II 27 островов Эгейского моря, населенных греками, и в том числе Киклады, были заняты русскими. А жители этих островов большей частью попросились в русское подданство, а кто-то даже успел его получить. И руководство этой маленькой Новороссии осуществлялось отсюда, с острова Парос, из северного городка Науса, или, как его называли русские, Ауза. Наверное, все-таки надо уточнить, что, считай, забыли этот эпизод отечественной истории лишь в России. Греки же морскую экспедицию братьев Орловых против Османского флота считают генеральной репетицией восстания 1821 года, которое освободило страну от 400-летнего османского ига. У греков даже есть особое слово для эпопеи адмиралов Орловых – «орлофика», или еще ее называют «революцией Орловых». Прибытию русского флота в Эгейское море предшествовала трагедия, которая в какой-то степени пролила свет на подлинные намерения русской императрицы. Она, вопреки надеждам греков, вовсе не ставила своей целью освобождение православных братьев от турецкого ига. Екатерина II стремилась освободить от турок берега Черного моря. Однако по совету своего тогдашнего фаворита Григория Орлова она решила послать эскадру в тыл туркам, в море Эгейское, и параллельно поднять восстание на Балканах. У брата Григория Орлова, Алексея Орлова, которого многие считают настоящим автором греческого проекта, была договоренность с повстанцами. Когда греки увидят, что русские пришли, они обещали поднять 100 тысяч человек. Русские пришли, но по сравнению с тем, чего ожидали греки, их было только горстка. И тем не менее, они выполнили свое обязательство, и по всей Греции вспыхнуло восстание. Выступление греков до прибытия основных сил русского флота было подавлено османами с особой жестокостью. Но удача вскоре от них отвернулась. Господство в Эгейском море решила одна битва. В Чесменской бухте русская эскадра сожгла практически весь турецкий флот. Теперь нужно было закрепить успех. И Орловы принялись выбирать место для базы российского флота. Выбор пал на находящийся в центре Эгейского моря остров Парос, где самой удобной бухтой оказалась Науса. В самой Наусе, в те времена небольшой рыбацкой деревушке, разместить войска было негде. Однако плоский противоположный берег Иоанновой бухты подошел идеально. На этом сегодня пустынном пространстве кипела жизнь. Ровными рядами располагались бесчисленные палатки, а у самой воды была улица с капитальными зданиями, казенное ведомство, управлявшее фактически новой губернией, судоремонтная верфь, госпиталь, церковь, даже адмиралтейство.
Согласно архивным документам, здесь было 42 русских корабля. Это были большие корабли. Их нужно было красить, ремонтировать и все такое. Здесь было для этого отличное место. В этом монастыре жили офицеры, а там, в бухте, есть два островка. Так вот, на одном из них жили братья Орловы. И жили, и там был их штаб. А рядом островок поменьше, там они хранили порох. А на этом холме было размещено множество орудий, вся артиллерия. И в случае, если бы турки попытались сюда пробиться, все эти пушки могли бы стрелять по ним. При этом за 4 года, которые русский флот стоял на паросе, турки ни разу не попытались напасть на его базу. По морским путям Восточного Средиземноморья курсировали в основном русские военные и греческие торговые суда. Хотя нет, по правде говоря, не только. В распоряжении братьев Орловых было 40 с небольшим русских военных кораблей. Однако основу их флота составляли 500 корсарских судов. В целом греческие корсары охотно помогали русским, и некоторые из них по просьбе Орловых приводили в Аузу крупные турецкие суда, на которые ставились пушки, и таким образом эти суда превращались в военные фрегаты. Столь успешную для военных кампанию свели на нет политики. 3,5 года спустя, 25 июля 1774 года, обе империи, российская и османская, заключили мир. По условиям Кючук-Кайнаджирского договора, русский флот должен был покинуть архипелаг в течение 3 месяцев. Так что уехать с русской эскадрой удалось лишь небольшой части греков, а остальным за напрасное упование пришлось заплатить по полной цене. Мы думали, что русские приехали, чтобы помочь нам, чтобы освободить нас от турок. Урок состоял в том, что никому до нас нет дела. И если мы хотим освободиться от турок, мы должны сделать это сами, не строить надежд. И, наконец, в 1821 году мы пришли вот к чему. Свобода или смерть. Только так. На острове Аморгос людей не так много. Он весь одна большая гора с редкими полосками, пригодной для жилья суши. Не случайно со времен Византии и вплоть до падения диктатуры черных полковников остров был местом ссылки. Ну а для дилетантов, для которых толпа туристов как раз не самый большой подарок, на Аморгосе есть один совершенно уникальный центр притяжения. Это монастырь Богородицы Хазавьотиса. Вот уж кто занимает минимум той самой пригодной для жилья суши. Обитель лепится к скалам, и потому самое широкое ее помещение не превышает 5 метров. А в каких-то местах это вообще проход или коридор шириной в метр. Здание росло вверх, в нем 8 уровней. Этажей про него не скажешь. Монастырь Богородицы Хазавьотисы вырос из церкви, которую начали строить в 812 году. Потом византийский император Алексей Комнин решил возродить здесь палестинский монастырь Григория Хазавита. Он был разграблен арабами, однако главная святыня его, чудотворная икона Богородицы, была спасена. Утверждают тоже чудесным образом. Согласно древней традиции, которая переходила из уст в уста, когда в Палестине разграбили этот монастырь святого Георгия Хазавита, икону погрузили на лодку, рядом положили дымящееся кадило и сказали: «Богородица, ступай куда хочешь». Лодка прибилась к этому берегу, неизвестно, сколько времени она блуждала. Ее нашел какой-то пастух, который пас здесь овец. За 900 лет своего существования обитель служила убежищем не только монахам, но и мирянам. Эгейское море кишело пиратами. Во время набегов люди пробирались сюда по горной тропе, а внутрь проникали через люк, который на ночь запирался. А во времена турецкого владычества монастыри не только берегли веру греков, но и помогали сохранить их язык. Монахи создавали тайные школы греческого языка для детей и для взрослых.
Здесь же на Амаргосе стояла маленькая церквушка, недалеко отсюда. Она была скрыта в скалах, и ее тайно использовали как школу. Завоеватели о ней не знали, ни турки, ни другие завоеватели. И там дети учились грамоте. Потом уже, после освобождения из-под власти османов, монастырь предоставил деньги, и на Амаргосе была открыта первая школа. И вообще, первая в Греции школа, созданная на монастырские деньги. По сей день сохранилось здание школы и интерната. Учащиеся со всего острова приезжали сюда осенью и жили до самой весны. И сегодня, спустя почти 200 лет, это по-прежнему школа. В Греции часто бывает так. Думаешь, что это памятник христианской культуры, а присмотришь и увидишь, как сквозь него проступает другая вера, языческая, античная, и никак ее не побороть. Вот и этот крошечный монастырь возник в 8 веке на месте, где с помощью родника предсказывал будущее древнегреческий оракул. По этому крутому склону бежит горный ручей. Он то уходит под землю, то вновь появляется на поверхность. Вот в таком месте, прямо на воде, и был построен языческий храм Аполлона. Испокон веков люди приходили сюда, веря, что водный оракул может предсказать их судьбу. Как это происходило? И в языческие, и в раннехристианские времена. Люди приходили сюда с какой-то посудиной, лучше всего подходила мелкая тарелка, зачерпывали воду, которая была здесь, воду оракула, и дальше выходили наружу, чтобы посмотреть на нее. Но все это время люди держали в голове свои вопросы. Ну, человек такого возраста, как я, мог бы, например, спросить оракула, выдавать ли мне дочь за этого человека, или соглашаться ли мне на эту работу. А дальше они смотрели на воду. В воде всегда есть частицы минералов или металлов. Так вот, если вода оставалась прозрачной, это был хороший знак. Действуй смело. А если поднималась какая-то муть, оракул таким образом говорил: «Нет, лучше проявить осторожность». Христианскую обитель построили, разумеется, не из-за оракула, а потому что рядом с источником в густых зарослях мяты нашли икону святого Георгия. Долгие века здесь жили и молились монахини. Это всегда был женский монастырь. Но обычай оказался живучим и полностью не исчез и в наши дни. Это никакого отношения к православию не имеет, потому что... Свобода воли. Это сводит на нет свободу воли, такие заблуждения. Просто суеверие. Суеверие, потому что Господь сотворил нас свободными. Это был Его первый дар. Вы свободны, я свободна. Ничто не написано, нет никакой кармы. В православии нет предопределения. Но люди в это верили. Знаете, это была такая смесь суеверия и религии, потому что они верили, что это Георгий Победоносец посылал им эти знаки. А он-то знает будущее. Он-то знает. Сестра Ирина живет в монастыре святого Георгия всего 3 года. Однако в течение 30 лет она каждое лето приезжала на полюбившийся ей пустынный Амаргос. Жизнь шла своим ходом. Она работала в рекламном агентстве, растила детей, потом стала профессиональным художником. Много выставлялась. Но всегда пыталась разобраться в смысле собственной жизни. И когда я узрела лицо Христа, поняла, что Он сделал сам и что Он говорит нам, мы должны делать. Только тогда я на самом деле полюбила Христа больше, чем что-либо в этой жизни. Сестра Ирина живет в монастыре одна. А кто еще нужен для человека, который постоянно общается с Господом? В Греции, где, наверное, больше всего церквей на квадратный километр в мире, найти молитвенный покой совсем несложно. Когда вы молитесь, вы в любом случае разговариваете с Господом наедине, но не всегда удается сосредоточиться. Кто-то сзади подошел слишком близко со свечой, справа кто-то кашляет, ребенок пробежал. Если вы хотите, чтобы вас ничто не отвлекало, можно приехать сюда, на остров Амаргос, где находится самая маленькая в Греции часовня святого Фанурия. Здесь вы будете и с Господом наедине, и один в храме. Все-таки замечательные это греческие обычаи – строить семейные церкви и часовни.
Да, по воскресеньям и праздникам участвовать в литургии. Но в любой момент, когда душа запросит, приходить как в свой дом, в свой храм, к знакомым с детства образам. Из всех Кикладских островов Милос считается самым красивым. Он вулканического происхождения, и камень принял здесь самые причудливые формы. Но большинству людей название острова Милос, конечно, должно сразу напомнить о любви, о богине любви. Это удивительное место. Не знаю, есть ли на Земле еще такие. Сюда туристы приезжают, чтобы посмотреть на то, чего нет, уже нет. Но это целая история, которая начиналась здесь, а заканчивалась в Лувре. Самые сообразительные уже догадались, что речь идет о мраморной статуе Афродиты, известной во всем мире как Венера Милосская. История эта начинается 8 апреля 1820 года. Местный крестьянин по имени Йоргас Кентратас бродил по этим склонам, собирая камни, чтобы оградить свое поле. Один из них оказывается большим, сразу не вытащишь, и крестьянин начинает копать. К своему изумлению, он обнаруживает мраморный женский бюст в удивительном состоянии сохранности. Говорят, что совершенно случайно, но, мне кажется, вряд ли, здесь оказывается еще один человек. Это некий Оливье Вутье, влюбленный в археологию юнга французского флота. Его корабль «Эстафет» как раз стоит у причала Милоса. Вутье уговаривает крестьянина копать дальше, и таким образом обнаруживается и нижняя часть статуи. И утонченному французу, и неграмотному греку совершенно ясно, что речь идет об уникальной находке. В то время, когда была обнаружена статуя, в тех местах были французские моряки, французский корабль, корвет «Эстафета». Они занимались в том числе и раскопками. После поражения в России и событий при Ватерлоо, они хотели превратить Лувр в витрину своего присутствия в Европе. Поэтому с самого начала французы предъявили свои претензии на статую. Посол Франции в Константинополе маркиз де Ривьер просит османов разрешить ее вывоз в Париж. В результате долгих переговоров он все же приобретает статую и дарит ее королю. А Людовик XVIII, в свою очередь, тут же дарит ее Лувру. Так что Милосу пришлось довольствоваться копией, прославившей остров статуи. Она и сегодня находится в археологическом музее острова Милос. Любовь – это серьезное умственное расстройство. Платон. На Милосе находятся руины самого древнего города Центрального и Восточного Средиземноморья. Он назывался Филакопи, но просуществовал не так долго – с середины Бронзового века до Железного. Исчез он, видимо, в результате мощного извержения вулкана или землетрясения. 9/10 поселения оказались под водой и до сих пор не исследованы. Можно только представить себе, сколько сокровищ ждет археологов, когда они соберутся, наконец, снарядить подводную экспедицию. Милос всегда был не только самодостаточным, но и процветающим островом. Все благодаря вулканам. Начало было положено обсидианом. Это вулканическое стекло настолько прочное, что в древности из него делали топоры, ножи и даже бритвы и иглы. Милос торговал обсидианом еще с эпохи Цикладской цивилизации. Это как минимум 5500 лет назад. Потом было железо и даже золото и серебро. Но в новое время среди даров вулкана на первое место вышел бентонит. Здесь, в местечке, которое называется Агирья, находится крупнейший в мире карьер бентонитовой глины. Ее главное применение связано с тем, что в контакте с водой она разбухает в 15 и даже в 20 раз. Ею цементируют стенки каналов и буровых скважин. Ну, а еще это ценное удобрение и даже пищевая добавка. Так что и с окончанием туристического сезона Милос не засыпает. Вулкан, бог огня, правда, у греков он назывался Гефест, продолжает кормить весь остров. Вулканическая почва как губка.
Благодаря этому жители острова могут не особенно обременять себя поливом огородов. Днем почва сама абсорбирует из воздуха пресную воду, и ночью ее достаточно для жизни растений. Еще одно преимущество жизни на вулканическом острове. Вы можете не тратиться на электричество или дрова, чтобы приготовить пищу. Ее достаточно закопать на ночь в песок, а утром выкопать. Более того, еда становится намного вкуснее, когда она приготовлена вот так на небольшом огне в течение большого времени. И эта система работает, даже если у вас ресторан, такой как у Стеллы. Я готовлю ягненка, чтобы потом закопать его в песок. Okay. Значит, у нас здесь свежее мясо, соль, перец, чеснок, горчица, лимон, оливковое масло, немного вина. А это свежий, как же его? По-гречески это тимаре. Тмин. Тмин. Да, свежий. На самом деле температура, как когда готовишь кофе в турке. Готово. Смотрите, отделяется. Отделяется, значит, готово. Τα παιδιά δεν οθετούνται από την αυστηρότητα, αλλά από την πειθό, μένανδρος. Детей ставит на правильный путь не строгость, а убеждение, менандр. С точки зрения географического положения, Милосу очень повезло. Это перекресток многих дорог, с севера на юг, с запада на восток. Милос находится на прямой линии между Палестиной и Римом. Именно поэтому здесь рано появился значительный слой еврейского населения, а с 1 по 4 век нашей эры и некрополь с катакомбами. Раннехристианский некрополь, единственный в Греции, еще есть один такой в Риме, содержит, кто-то говорит, 2000, а кто-то 8000 захоронений. Но кто может сказать наверняка? Сегодня расчищена только часть катакомб. В каждом из захоронений находят останки иногда до 8 человек. Похоже на семейные склепы, где покоится несколько поколений. 2,5 века христиане хоронили здесь своих близких. И здесь же собирались на совместную молитву. Во-первых, потому что по римским законам того времени нельзя было мешать любой похоронной процессии или поминальному обряду. А во-вторых, потому что для христиан нет умерших. У Бога все живы. Вот это настоящая катакомбная церковь. Они строились фактически на кладбищах, на могилах. Я сейчас нахожусь в алтаре. Чтобы попасть в алтарь, священники перешагивали через могилу. И престол, он стоял где-то здесь, он, как правило, строился на могилах первых мучеников. И, кстати, эта традиция сохранилась во всех православных церквях. Как правило, престол ставится либо на могиле мученика, либо на частичках его мощей. Эпохи сменяли одна другую, государства возникали и разрушались, монархи воевали между собой и заключали мир, но всегда находилось место для корабля, на мачте которого развивался веселый Роджер. Пираты были таким же неизбежным и неустранимым злом Эгейского моря, как рифы, противные ветры или коварные течения. Но если ветер можно переждать, а течение преодолеть, то нападение пиратов всегда было непредсказуемо. Пираты на Милосе обосновались особенно прочно в 15-17 веках. Был такой милосский пират, который с 1685 по 1688 год, всего 3 года, но был царем. Был провозглашен царем Милоса. Потом его свергли, отвезли в Константинополь к султану, где его и казнили.
Как тогда было принято, голову ему отрубили. На острове Милос есть замечательный, фактически музейный образец пиратской стоянки. Заход в нее очень низкий и в скалах. Лодки здесь достаточно места, чтобы проплыть. А вот с моря, особенно когда есть небольшое волнение, заметить этот проход фактически невозможно. Пираты очень часто совершали набеги и возвращались в одно и то же удобное для них место. Поэтому они сами иногда выдалбливали пещеры в скале, где хранили на время своих набегов и какое-то продовольствие, и снаряжение, и даже часть своей добычи. Обычно приходил один корабль с одним капитаном и командой, которая могла состоять из 15, 20 или 30 человек. Но они не всегда приезжали только чтобы совершить набег, иногда и чтобы продать то, что награбили в других местах. В 17 веке на Милосе они даже открыли свой рынок. Команды пиратских судов были интернациональными. Греки, венецианцы, англичане, но особенно много арабов и турок. В пираты их, как правило, гнала не жажда приключений, а бедность и отчаяние. Решить проблему удалось лишь в новое время. Пиратство в Эгейском море закончилось приблизительно в 1830 году, через несколько лет после освобождения Греции от турок под предводительством Каподистрии. Самое замечательное в путешествиях – это сюрпризы. Как бы тщательно ни готовились поездки, в них всегда есть место неожиданному. Мы снимали Плаку – городок, примостившийся на скале у входа в залив. Он защищен замком, построенным крестоносцами в XIII веке, и в духовном смысле – замечательной церковью Панагии Таласитры, то есть Богородицы Морской. Чтобы показать нам храм, на эту кручу взобрался 86-летний смотритель. Он рассказал нам о боях за освобождение острова в 1944 году, в результате которых пострадал иконостас. И только потом, случайно, мы узнали его фамилию – Кентратас. Помните, как звали крестьянина, который отрыл на своем участке Венеру Милосскую? Так вот, это, как выяснилось, был его всего лишь прадед. Он ни о чем не думал, потому что не знал, о чем идет речь. Потом появились французы. Они поняли реальную ценность статуи, но ему за нее предложили какую-то ерунду. Он ответил: «Хорошо, если хотите, забирайте ее». Ему нужны были хоть какие-то деньги. Теперь мы знаем, что статуя находится в Лувре. Я знаю, я был там и видел ее. А что с руками Венеры Милосской? Они остались в вашей семье? Где вы их прячете? Раньше она была целиком, но руки поломались при перевозке. Это, разумеется, семейная версия. Но поскольку руки Венеры так и не нашли, каждый волен думать, что хочет. Думай медленно, действуй быстро. Народная пословица.